Всем привет, друзья! Меня зовут Шет, и добро пожаловать в игру Subnautica, симулятор подводных приключений на неизвестной планете. В прошлой серии я сказал, что если мы наберем 5000 лайков, то серия будет выходить каждый день в течение недели. Но мы не набрали 5000 лайков, зато набрали 4000 лайков. Ребят, спасибо вам за это просто потрясно. Но тем не менее, 4000 лайков — это показатель того, что вам очень нравится мое прохождение, что вы хотите это действительно видеть, и поэтому Subnautica будет выходить. Да, не каждый день в течение недели, но она будет выходить довольно достаточно регулярно. И я предлагаю такую тему. На той серии, на которой мы соберем 5000 лайков, после этой серии я буду выпускать серии в течение недели каждый день. Вот. То есть, на серии набираем 5000 лайков и в течение недели каждый день видео по Subnautica. Кроме этого, будут выходить другие видео. Что ж, вот такое вот предложение у меня есть, вот такая вот идея. Так что, ребят, если наберем под эти видео 5000 лайков, то тогда в течение недели будет видео. Вот. Все. Ну чё, на чем мы остановились? Я помню, мы вроде тут делали базу. А я насобирал ресурсов, тут побегал вокруг. Не все ресурсы подобрал, тут куча валяется еще. Ресурсы, пару ресурсов увеличили очень сильно, это клево. Вот, ну и я хочу сейчас построить. Так, билдере, сделать тут люк. Так, хэтч. И где, а где он? Интересно, лол, погодите. А люк что, вот так делается? Здесь? Ну давайте здесь построим. Прикольно, я думаю, можно будет наверху его сделать. Ну да ладно, так. Зайти в базу можем? Можем! Отлично! Вот наша прекрасная база. Стекла здесь ни хрена нету, это печально, но неплохо. И у нас очень все плохо с голодом, кстати, так говоря. А где вся рыба? Погодите. What the fuck? У нас все очень плохо с голодом, и почему-то готовая рыба куда-то делась. Что ж, пойдем сейчас перекусим и продолжим. Рыбка, ты здесь у меня, отлично. Так, и давайте попробуем грибы. Так. Я тут посмотрел чисто прикола ради. Вообще, можно приготовить рыбу, да, это клево. Это вообще, ее можно готовить без соли в любом количестве. Разве что ты тратишь энергию, которая, в принципе, устанавливается. Вот, можно заготовить ее с солью. И я особо не заметил разницы. Вот смотрите, у нас есть две рыбки. Да, они немножко отличаются, но суть. Соленая, ну, вяленая рыба, она устанавливает больше еды, но отнимает жажду. А готовая рыба, которая просто приготовлена, она просто добавляет вам еду и добавляет вам рыбу. Ой-ой-ой, ешь давай. Господи, чуть не умер от обезвоживания еды. Так, ладно, хорошо. Я хочу сделать базу, строить базу дальше. Для этого нам что понадобится вообще? Для энергии нам нужны, так, power transmitter, проводник энергии. What the fuck? Солнечная панель. Вау. То есть тут теперь не просто генератор, а тут теперь нужно, блин, прямо ставить солнечные панели, которые будут получать энергию не из батареи, а там откуда-то из солнца. Ну, слушайте, это логично, это прикольно. Так, что еще? Табличка, пофиг на нее. Маленький ящик, также пофиг пока. Фабрикатор поставим. Так, и бенч. Ага, место для того, чтобы сидеть. Может остановить ваш голод и жажду... ну, короче, остановить снижение жажды и голода. Окей. Так, и посмотрим, что еще у нас есть. Вот эту вот солнечную панель я по-любому поставлю. Далее, база. Балкхед, это все фигня. Окей, это все не то. Ну что, я бы хотел, знаете, сделать еще... Погодите-ка, стоп, я рано ушел. Я хочу сделать себе тот батискаф, не батискаф, короче, этот водный мотоцикл, на котором я могу передвигаться, такой с пропеллером. Для него мне нужно будет построить, насколько я понял, конструктор. Титаниум, слиток титаниума, лубрикант и power cell. Что такое лубрикант? Что это такое? Смазка, зачем мне лубрикант? Кто его добавил вообще сюда? Battery cell, компьютер, battery. А где мне взять? Где мне взять лубрикант? Какого хрена? Хьюстон, у нас проблемы. Я не знаю, где взять лубрикант. Я не знаю, что вообще это такое. Это отдельный ресурс или это какой-то крафтабельная вещь какая-то, которую нам нужно, для которой нужно найти ресурсы? Непонятно. Рыба, ты знаешь, что такое лубрикант? Нет, не знаю. Ну, не знаешь, окей. Так. Хорошо, тогда, раз нам та база, в принципе, бесполезна, давайте будем обустраивать эту. Сделаем ее большой, хорошей и красивой. Так. Для начала построим здесь конструктор, чтобы мы могли крафтить. Подождите, нет. Для начала нам нужно поставить солнечную панель. Ну-ка, давайте проверим, сможем мы поставить солнечную панель где-нибудь сверху. Так, солнечная панель вот здесь можем поставить, нет? О, можем! Так, она ставится на ровной поверхности, а наверху мы ее поставить... Ну, наверху ее, короче, можно поставить только если поставить панель. Окей, давайте попробуем поставить ее под водой и посмотрим, будет ли она приносить нам энергию. Так... Сейчас ночь, едва ли она будет сейчас приносить энергию, но давайте попробуем. Я понимаю, что я сейчас, наверное, расположил ее не очень правильно, не очень как-то там логично, но я чисто хочу затестить.
Опа. Энергия 0 из 50, то есть энергию, в принципе, она может нам давать. Осталось дождаться утра и посмотреть. Ладно, а пока что мы можем поставить конструктор. А, фабрикатор, в смысле. Фабрикатор поставить можем. Где бы тебя поставить? Так. Говорит, здесь не хочу ставить, будешь у меня на стене вот здесь. Приколюшно. О, энергия появляется. Все, отлично, можем крафтить здесь. Это клево. Так, и локер. Даже поставим тут сундук. Воу-воу-воу. А вы серьезно? Это что, Аврора уже взрывается? Так, быстро? Ну-ка, давайте посмотрим на это зрелище. Изменилось что-то или нет? Вау. Ну, по-моему, ничего не изменилось, но выглядит это просто масштабнейше. Эх, не успел я скрафтить радиационный костюм. Я не успел спалывать под Аврору. Не знаю, кем нужно быть, чтобы успеть скрафтить костюм до того, как она взорвется. Нужно просто как одержим, наверное, плавать и чисто собирать ресурсы, которые нужны для костюма. Ну да ладно. Окей. Вот солнце встает. Аврора взорвалась. Там теперь плавает большой монстр. Ну, мы с ним еще побеседуем. Мы с ним еще встретимся, это по-любому. Так, ну а сейчас давайте локер доделаем. Так, вот тут у нас будет храниться наши ресурсы. Так, а здесь мы сможем что-то крафтить. Ай, маленький куб, беспонт вообще, конструктор, вот этот лубрикант. Вот что такое лубрикант? Вот я понять не имею. На кой он нам тут нужен и из чего вы хотите, чтобы я его крафтил? Непонятно. Решительно не ясно. Ну ладно, сейчас нам нужно будет сделать радиационный костюм. Так, лид, давайте дальше посмотрим, радиационный костюм. Два силикона и два лида. Лид это у нас что? Это лид. Это копер ор, нужно целых 6 штук нам получается. Две серебряные руды и одна, точнее, и еще 4 копер медных руды. Окей, и нам нужно будет найти сейчас где-то еще, так, и для шлема, шлем. Или радиационный костюм, это все вместе. А, это все вместе. Слушай, да шикарно. Ну что, тогда, ребят, я отправился на поиски, а там уже увидимся. Итак, ребят, я сделал это, я нашел кучу ресурсов, пособирал их, но знаете, я обнаружил, что вот чем дальше вон туда заплываешь, тем больше на тебя воздействует радиация. То есть тут вполне себе радиоактивная аврора получается. Вот видите, подплываешь туда, и там такой radiation detected, и у меня начинает отниматься хп. Господи, я там, не знаю, плавал вот просто вот хрен знает как, для того, чтобы насобирать ресурсов. Ну, несколько насобирал, давайте покажу, что у меня тут есть. Вот мой ящик, короче, давайте сейчас будем крафтить. Для начала, нам нужен по-любому костюм, я просто уже не могу. Так, силикон и два лида. Подожди, так, силикон. Для силикона нужен кварц. Вроде как два кварца для каждого силикона, я прав? Да, я прав, для силикона нужен кварц, отлично. Раз сделали, и сейчас сделаем второй. Все, два кварца есть. Далее мне нужен лид. Лид, копер ор 3 и сильвер ор 1. Сильвер ор, по идее, должно хватить, я не знаю. Так, вот наш сильвер ор и копер ор. Блин, не знаю, надеюсь, хватит. По идее, нужно 6 штук. Я даже запасы насобирал. Так, лид. И крафтим еще один лид. Так, и должно хватить у меня теперь, мне теперь на обмундирование. Так, радиационный костюм, отлично, отлично, ура. Так, чё, мы его одели? Да, мы одели, у нас радиационный шлем, перчатки и сам костюм. Уу, отличненько. Так, ну чё, давайте на остаточное сейчас скрафтим себе. Подождите, так, да, не туда, мне сюда нужно в танк. Я хочу сделать этот танк. Так, титаниум и глаз. Глаз. Вот. Так, сильвер ор лежит здесь. И титаниум. А, что, один нужен? Погодите, а можно, по-моему, делать большой тен? Ну-ка, давайте глянем. Финс. Не, нельзя. Ладно. Видимо, может это все открывается постепенно. Давайте сейчас сделаем тенк и дальше посмотрим. Так, стекло. Сделали стекло. Далее, по идее, можно будет сделать уже обычный тенк. Вот сделали обычный тенк. Может быть, сейчас нам откроется увеличенный тенк? Нет? Странно. Непонятно. Ну ладно, у нас есть два тенка. И, кстати, краб метал подобрали. Блин, надо его тоже переработать. Так, краб метал в титаниум. И давайте посмотрим. В принципе, я хочу себе, блин, быстрое плавательное средство.
Но для него нужен, видимо, конструктор. Лубрикант же такой я пока еще не нагуглил, не посмотрел. А вот титаниум и слиток можно, пожалуй, сделать. Так, у нас тут есть уже какие-то ресурсы. Так, титаниум и слиток. Для него нужно 10 титаниумов. У нас его тут да, по-любому да, наберется. Так, 4, 10, вот даже один лишний. Все. Вот сейчас сделаем титаниум и слиток, пусть у нас тут дожидается. И далее нужны батарейки. Для батареек нужен вроде как... Так, возьмем кварц, так, соль оставь, и кварц и медь. Мне кажется, этого должно хватить. Так, вот, power cell, две батарейки и силикон. Да, я был прав. Две батарейки и силикон. Это не изменили, но слава богу. Грибочки. Оу-оу-оу, энергия! Вырабатывайся, мать твою, быстрее! Так. И силикон. Все, блин, энергии... Энергии ни хрена нет. Он по такой просто взял, закрылся такой. Оу, я не буду ничего делать, все. Иди ты шед нафиг. Ну ладно, пока он тут заряжается. Интересно, а если поставить две солнечные панели? У меня есть тут энергия? Кварц и два титаниума. Слушай, давайте возьмем титаниум, попробуем поставить вторую солнечную панель. Это как-то вообще изменит ситуацию или нет? Так. Нет, не это. Мне нужен кварц. Два кварца. А, ну кстати, раз уж у нас тут все готово, то... Блин, силикон, давай делайся, ну. Так, мы сейчас попробуем поставить вторую солнечную панель. Она вообще влезет сюда, мне интересно, или нет? Так. Во, можно поставить. Ну, видимо, не очень логично я их располагаю, но, возможно, так будет клево. Так, вот, кстати, вот, смотрите, солнце. 80% солнца заряжается 8 из 25. А это тут 2 из 25. Почему же у нас в сумме тогда 50? То есть, может быть, в сумме 50 вот в это? Вот сейчас тут сумма 100. То есть там 50 про запасы, 50, может быть, как там, накапливается? Не знаю. Ладно, пусть будет так. Так, и Power Cell сделали. Далее. Что-то нам для конструктора осталось. Конструктор, родимый. Лубрикант. Ладно, я пошел гуглить, что такое лубрикант. Короче, я посмотрел, что такое лубрикант. Это такая фигня, которая делается из светящихся штучек с водорослей. Знаете, светящиеся капельки. И из них теперь можно сделать лубрикант. Окей, может быть, и раньше можно было, но... Чё-то как-то я не помню, что вообще такая вещь была. Ну, хорошо, наша база здесь пусть стоит. Надо поставить сюда маячок, что ли, я не знаю. А то база есть, а маячка нету. Ладно. Так, пути будем собирать ресурсики. И, о господи, как же много кварца. Ура, это так приятно, что его много. Ты плывешь, и у тебя кварц на кварце. Это классно. Вон, глядь, даже здесь. Офигеть, только в одном направлении сплавал, мне хватило кварца, чтобы скрафтить вот базу. И скрафтить там кучу всякой мелочевки. А тут он еще и появляется. Надеюсь, они сделали регенерацию его. Это было бы клево. Так, ну ладно. О, поля. Вон светящиеся гроздья вот эти. Попробуем на них поохотиться. Надеюсь, тут сталкера за мной не будет сейчас охотиться. Давай, всплывай. Ага, вон они там снизу плавают. Ну, пусть все плавают. Я им ничего не сделал и не планирую делать. Я просто хочу насобирать себе ресурсов для лубриканта. Блин, гляньте, они там снизу. И даже двое. Это детеныши или большие? Не знаю. Так. Крапиву вот собираем. А, это вот семен... Да ты тварь такая! Отвали! Я нарезал крапивы. Сталкер, не лезь ко мне! Господи, братиш! Чё вас... Ребят, а вы в курсе, что трое на одного, это как-то уже вообще по... Полностью по-гомосятински! Отвали, тварь! Все, я уплываю! Окей! 19 хп! Давайте-ка я его с крапивы насобираю, вы не против, а? Блин, вот тут... по окраинам похожу. Много-много, короче, кусочков крапивы соберу. Так, черт, не так уж много получается. Хочу весь инвентарь заполнить, сделать себе аптечек. Потому что аптечки сейчас будут нам жизненно необходимы. Я не хочу терять ресурсы. Ну, давай. Давай, все, последний кустик. Все, собрал кустик. Отвали, тварь! Отвали, сказал, ну! Боже ты мой-то, ну! Двое аж! Двое на одного, иди в жопень от меня! Офигеть, вообще борзые какие, а! Так, вон наша база. Надо по-любому на базе, либо к базе нужно будет оттолкать нашу шлюпку, чтобы она была прямо там рядом, ее можно толкать, либо поставить маячок, потому что, блин, я его сейчас буду терять, и мне этого не хочется делать. Окей, ладно, все, блин, вообще борзы какие. Я им сейчас устрою, сейчас возьму, разовьюсь, сделаю себе оружие и пойду их просто там за милую душу кромсать, твари таких. Так, ладно, где вход?
Блин, я не с той стороны вход сделал. Нужно будет его перенести. Все, заходим. Так. И сходу смотрим. Вот, лубрикант. Делается из двух семян крапивы. Окей. Окей. Че, по идее у нас теперь должно... О, прикольно. Можно ее есть, она будет немножко жажды, добавлять еду. Так, и теперь мы, по идее, можем сделать уже? Да, конструктор можем сделать. Шикарно. А, так. Инвентарь полный. Сам space pickup. Okay. Освободи место. Окей. Okay. Освобожу место вот крапиву. О, подобрал. Шикарно. Так. И сейчас мне нужна аптечка. Просто вот очень нужна. Она где? Здесь, да? Крапивные кусочки и блич. Блич. Господи, соли и чанка. Соль есть? Да, соль есть. Так, крапиву оставим здесь. Нам уже всего 4 штуки оставим. Сколько нужно? Так, все остальное выкидываем сюда. Так, и конструктор сейчас поставим наверху. Вот, пойдем сейчас на поиски коралловых чанков и соли. Но для начала поставим здесь свой конструктор. Оп, всплывай прямо над базой и стой здесь. Я хочу посмотреть, могу ли я в тебе скрафтить все, что я хочу. Средство передвижения. Ну-ка. Циклоп. Чё-то не густо, погодите. Я только циклоп могу скрафтить. А где вот этот маленький, маленький водный мотоцикл? Странно, непонятно. Ну ладно, сейчас, короче, найду себе для аптечки ресурсы, а дальше уже будем думать над этим. Знаете, что-то вот соль с полпинка так и не найдешь. А то ты плаваешь, она у тебя вообще перед глазами везде. То ты плаваешь по всем этим красотам и соль не можешь найти. Вообще, клево, когда у тебя много кислорода. Знаете, вот сейчас я плыву, у меня кислород просто на 1,5 минуты. И я, в принципе, не ограничен. А в своих, скажем так, в своих передвижениях. Это радует. Вот, ну ладно, давайте насобираем сейчас чанков вот этих. Так, я сейчас специально не стал вырезать этот момент, как я сейчас иду за иду на поиски, потому что музычка такая красивая. Все вокруг, в принципе, такое классненькое, красивое. Вон, животные плавают, рыбки плавают. Вот реально, красота. Я сейчас получаю большое эстетическое удовольствие. Все-таки это у игры добавилось. Добавилась всякая живность, добавилась красота. И реально, по-моему, стали покрасивее вот эти места. Ну ладно. Так, где, мать вашу, соль? Я вас спрашиваю, где соль? Я вижу... Ага, вон вижу соль. И вижу куски. Сейчас поднимусь, восполню запас кислорода. И пойдем посмотрим, что здесь у нас есть. Может быть, нам фрагменты искать нужно, я не знаю. Так. Если это будет сиамот, я его раздолбаю. Сиамот, твою мать, долбанный сиамот фрагмент. Ладно, давай возьмем тебя, окей. Ты не раздалбываешься. Может быть, нам будет нужно несколько их. Так, и по пути будем подбирать ресурсы. Так, господи, кварца просто... ты-то откуда тут взялся, братишка? Иди нафиг! Ну нафиг иди, ну серьезно! Я тебя сейчас прирежу, блин! Вообще борзый, гляньте! Гляньте на него! Я тут за солью себе, за аптечкой иду, а тут... На меня сталкер нападает, тварь! Вот же, вот иди грызи свое железо! Офигевший вообще! Ладно, окей... Возьмем соль, вот, мы нашли уже достаточно много соли. Сейчас накрафтим себе аптечек. И пойдем их убивать. Так, вот еще соль. Я, конечно, недалеко от их биома, потому что плаваю. Но, елки-палки, они не должны выходить за пределы своих биомов, твари такие. Ладно, у нас-то еще есть пещера, в нее мы тоже потом сплаваем. Окей. А сейчас возвращаемся на базу и крафтим себе аптечки. Итак, мы уже в относительной безопасности, вроде рядом никого нету. А сейчас хочу убрать люк отсюда. Потому что, блин, мне не очень нравится, что он здесь вот стоит с этой стороны. Мне кажется, лучше будет здесь его поставить, потому что вот мы, скорее всего, будем плавать на глубины чаще, чем в там всякие добрые места. Вот, поэтому люк ставим здесь. Так, шикарно. И я бы хотел поставить, наверное, еще какое-нибудь, ну, чисто прикол ради, какое-нибудь место. То есть, так, это сильное стекло для этого нужно, вертикальное соединение 2 титаниума. А, окей, окей, у нас тут нифига... Стой, а стекло у нас тоже? А, у нас нету ничего с собой. Ладно, окей. Значит, пока строить не будем. Так. Успокойся, никакого дехайдрейшена нету. Все в порядке. А, так, я хотел сделать блич и сделать аптечки. Так, много блича нужно. Много блича, много аптечек. Ой, лубрикант зачем-то сделал. Так. Господи, сколько... Подождите, а сколько аптечек мы подобрали? Одну. Но он мне... Тут много раз что выкрикивал, и сказал, я подумал, что мы сделали много. Ладно, давайте истратим тогда все свои вот эти вот крапивные кусочки и сделаем максимальное количество аптечек. Так, давай, медкомплект. Посмотрим, сколько они восстанавливают. Ну и вообще, про запасы мне техника не помешает. Так, и еще сколько я могу сделать?
все, да? Все, закончилось. Больше аптечек сделать не могу. Окей. И я бы... Так, dive heal, find your way back. Окей. И я бы хотел найти еще способ скрафтить усиленный верстак. Может быть, там можно будет делать вот этот наш водомотоцикл. Посмотрим. И бейкон, 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 бейкон. Я хочу найти бейкон и скрафтить его тоже. Машинс... А, вот Sea Glide. Его здесь не было. Я точно помню, что его здесь не было. Почему он тут появился? Вот Sea Glide. Вот то, что я хотел. Окей. Copper wire и титаниум нужен для бейкона. Так, копер. У нас всего лишь осталась одна медь. Интересно, ее хватит для wire? Блин, нужно два. Окей. Так, а для Sea Glide нужна батарейка, лубрикант и опять copper wire. Окей. Что ж, ребят, тогда мы в следующей серии отправимся на поиски копера, copper wire. И будем, короче, развивать и увеличивать свою базу дальше. Вот, на этом все. Если вам понравилось видео, ребят, поставьте лайк. Если наберем 5000 лайков, серия будет каждый день в течение недели. Вот. А с вами был Шет. Если вы здесь первый раз, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Твиттер, Инстаграм, ссылки есть в описании. Всем удачи, ребят. Всем пока. Какой-то. Как бармен. У бармена обрез, мать его. Ладно. Моя реакция отличная реакция этого бармена. Поэтому делаем так.